Мы обнаружили разведчиков Эльдаров вблизи нашей коммуникационной станции. Должно быть, они готовят атаку. Если Эльдары уничтожат генераторы, питающие станцию, мы потеряем ценный источник разведданных. В результате Эльдары смогут и дальше управлять орками и устраивать диверсии. Отразите нападение, командор! Мы обнаружили вожака основного улья, командор. Тиран, важнейшее связующее звено между флотом улья в космосе и организмами на поверхности планеты. Уничтожив тирана, мы временно дезорганизуем тиранит и заставим их отступить. Это слабые точки, которые вы должны использовать, чтобы продержаться до прибытия флота Ордена. Уничтожьте монстра! Самое сердце улья. Отлично, Авитус. Но тирана так просто не убить. Приготовиться к сражению.
Это Авид. Отходим! Назад, Серпио! Я не могу, что это чудовище!
нанесли серьезный урон флоту Улья. Невероятно. Память об этой победе надолго останется в залах славы. Вы нанесли воистину разящий удар, командор. Потеряв своего тирана, легионы тиранит останутся без управления. В конце концов, Улей воспроизведет нового тирана, но на это понадобится время. Именно, сержант. И этим временем нам нужно воспользоваться до того, как им воспользуется враг. Ангелос, конец связи. Авитус и Таркус служили на Кроносе, а ты нет, Цирус. Нет, меня направили на подготовку скаутов для компании капитана Барреля в системе Каурава. Пятно на нашей истории. Почему же? Вы явно что-то знаете. Что случилось с капитаном Баррелем? На Каураве все пошло не так. Баррель и многие другие, включая большинство моих скаутов, нашли там свою смерть. Каурава сильно прорядила ряды Ордена. Если мы сейчас потеряем миры для набора новобранцев, кровавые вороны не выживут. Каурава была огромной ошибкой. Я не хочу больше об этом говорить. Мы обнаружили разведчиков Эльдаров вблизи нашей коммуникационной станции. Должно быть, они готовят атаку. Если Эльдары уничтожат генераторы, питающие станцию, мы потеряем ценный источник разведданных. В результате Эльдары смогут и дальше управлять орками и устраивать диверсии. Отразите нападение, командор! Быть наготове. Эльдары нападают без предупреждения. Эльдары сами хотят захватить станцию, командор. Генераторы будут их основной целью.
Пустошители готовы к бою. Отряд противника. Thank you.
Авитус. Во имя чести и за императора. Станция сохраняется. Отлично, командор. Ничто не сможет помешать правильным воинам. Прекрасно, командор. Станция связи остается под нашим контролем.
Командор, рой тиранид продолжает атаковать наши наиболее уязвимые позиции. Могучий воин тиранид провел свой выводок прямо в наши укрытия и другие зоны, считавшиеся безопасными. Последствия такого рейда могут быть катастрофическими для боевого духа наших людей. Что еще хуже, если мы быстро не подавим этот всплеск активности, обстановка во всем регионе будет дестабилизирована. Нужно быстро уничтожить этого монстра, чтобы обезопасить наши позиции и отбросить рой. Будем воззвать к ужасу народа? Нет. Мы будем драться с врагом вне зависимости от того, где он прячется. Остерегайтесь засад. Алекс атакован! Нашел свою цель.
еще одна победа. Все, кто ждал прихода смерти, лежа под кроватями, могут вылезать. Пусть наши враги дрожат. Сегодня победа досталась нам. Я изучил архивы Ордена. И похоже, это те же тираниды, которых ультрадесантники победили на Тарсисе. Они очень даже могут быть из этого флота ульев, Аддей. Именно поэтому тираниды настолько смертельны. Для выживания флота улья достаточно, чтобы в бою спаслось всего несколько кораблей. Эти несколько кораблей отправятся пожирать недостаточно защищенные миры. Так они получают биомассу, необходимую для воспроизведения флота улья. Со временем он станет даже больше. Каждый флот Улья, который мы встречали, обладал достаточным потенциалом, чтобы уничтожить Империум. И каждый флот Улья обладал потенциалом перерождения в любом количестве флотов, если несколько кораблей уходили в слабые сектора. Запомни мои слова, Фаддей. У Империума нет недостатка в смертельных врагах, но все они бледнеют в сравнении с тиранидами. Thank you.
Командор, мы наконец обнаружили орка, которому известно местонахождение астрономической станции. Этот орк — безумный пришелец, управляющий одной из вульгарных машин своей расы. Имя зеленокожего — Риппа Сплитта. Он изобретатель-самоучка. Уничтожьте шагатель пришельцев и выясните, где находится астрономическая станция. Это наша единственная надежда найти слабое место флота Улья, командор. Уничтожьте этих орков! Это те люди, хвостунишки! Я не буду этого делать! Полиция!
дополнительные генераторы не будут доступны до вашей следующей высадки. Thank you.
Хорошая работа, командор. Мы вернули похищенную базу данных и предотвратили серьезную угрозу со стороны орков. Найденные данные принесли какую-нибудь пользу? Да, Цирус. Я определил местонахождение астрономической станции и отметил его на вашей планетарной карте. Чтобы получить какую-либо информацию о флоте Улья, вам необходимо настроить станцию с Земли, командир. Командор, у нас наконец есть местоположение астрономической станции. Станция работоспособна, но мы не можем установить с ней связь. Вы должны добраться до станции и вручную загрузить данные об Улье Тиранид. Это позволит нам найти слабое место флота Улья. Эта астрономическая станция – один из ключей к победе над тиранидами. С этими данными мы сможем найти слабое место флота Улья. Нужно установить контроль над станцией, пока этого не сделали другие. Астрономическая станция к северу от вас, командор. Зона высадки безопасна, командор. Что-то охотится за орками. Быть начеку. Thank you.
хочу разбить кому-нибудь голову! Вражеская атака! Отойди! Ой, теперь знаешь, в чем тут дело! Убегайте его клинка! Командор, ворота закрыты. Командор, техножрецы установили генераторы. Они помогут открыть древние ворота в крепость. Кабель приведет вас к генератору. Приготовьтесь, братья. Здесь появились тираниды. Засада! В укрытие! Чужаки, что это было? Очевидно, тиранид. Какой-то камуфляж. Кем бы он ни был, на его когтях кровь нашего брата. Благослови тебя, император, брат. Я в полюше в пути. Отлично, командор. Ворота открываются. Станция больше не производит энергию. Должно быть, здесь что-то случилось. Вообще-то.
уничтожил. Зеленокожие мародеры. Проверить станцию, быстро! Зеленокожие перевернули все с ног на голову. Ты видишь это, технодесантник? Да, зрелище не из приятных. Орки вынули соединительную муфту. Вы должны найти эту муфту. У нас есть координаты зеленых мародеров, командор. Отряд противника. Возвращаемся. Наш гнев вновь нашел свою цель. Начинается загрузка данных. Отлично. Соединение со станцией установлено. Получаю данные. Можете переходить к точке вывода, отмеченной на вашей карте. Командор, я приближаюсь к сканерам ближнего радиуса действия коммуникационной станции. Я засек ликтора и могу за ним проследить, если прикажете. Да, давайте уничтожим эту тварь.
Решение за вами, командор. Но мы должны выполнить задание. Будут отомщены, Цирус. Это наш единственный путь. Долг превыше мести, Авитус. Все меньшее посрамит нас перед Императором. Память об этой победе надолго останется в залах славы. Командор, те данные, что вы получили на астрономической станции, позволили нам обнаружить уязвимое место флота Улья. Флот Улья контролирует одна гигантская тварь. Она находится в самом центре флота. Если нам удастся ее уничтожить, флот рассеется и станет легкой мишенью для наших кораблей. Местонахождение разума Улья выявлено. Образец биотоксина в наших руках. Наконец-то мы можем начать разработку оружия и стратегий уничтожения разума Улья. Однако все усилия окажутся тщетными, если мы отдадим планету Меридиан в лапы пришельцев. Не имея в распоряжении мощностей кузницы Ангела, мы никогда не сможем создать новое оружие. Орден, Сектор и Империум рассчитывают на вас, командор.